Несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, которая коснулась и нашей страны, все социальные гарантии государства выполняются своевременно. Многодетная семья Успановых из Костаная о мировом кризисе наслышана, но на себе его проявлений никак не ощущает. Родители семерых детей своевременно получают пособие. 76-летняя Сагила Ахметова называет себя самой счастливой и богатой бабушкой в мире. У нее более 20 внуков и правнуков. Сама же пенсионерка – многодетная мама. Она воспитала 7 детей. Многие трудности пережили в послевоенные годы. Детей поднимать было нелегко, а сейчас со стороны государства для многодетных семей разные льготы предусмотрены. Это очень хорошо. Но дело даже не в этом. Мы же детей себе на радость рожаем. У младшего сына бабушки Сагилы тоже большая семья, в которой 7 детей. Все девочки, самые старшие 14 лет, младшие 4 месяца. На недостаток квадратных метров в семье Успановых не жалуются. Хотя обеденный стол здесь часто превращается в парту для занятий. Главное, считают родители, научить детей уважать старших и помогать друг другу. Много детей – это только на радость. Они всем не помогают. Наши девочки самостоятельные, могут и по дому хозяйничать, и за младшими присмотреть. Решение финансовых вопросов полностью лежит на муже Куралай Алтымтае. Он в семье главный добытчик. При этом многодетная мама говорит, что помощь государства тоже незаменима. Все социальные выплаты получают стабильно. В мире много неприятных событий происходит. По сравнению с другими странами, у нас в Казахстане спокойно. Сейчас еще дополнительно со стороны правительства принимаются меры. Все социальные выплаты будут сохранены. Мы их получали и будем получать. Это хорошая поддержка для нашего семейного бюджета. Через полгода Куралай Успанова получит золотую подвеску «Алтын Алка». Серебряная у нее уже есть. Женщина отмечает, что в ближайшие годы готова родить и 8-го малыша. Наталья Строкова, Эрмек Мухамедьяров, Кустанай, 24 KZ.